когда я был жив. Я не боялся машин. Ватну. Начинается работа пояса. Ватну смеется на давление. Так вот. Натуральный, как на тренажере я один. Натуральный Влади, на всю страну такой один. И молодой, и замечательно. Дим, у меня к вам будет просьба, да? Или скоро всего этого нельзя? То есть мы так будем одним глазом смотреть на все это. Димочка, да, можно что-нибудь такое щадящее для фигуры? Диетическое. Но я вам могу предложить овощи на пару. И добавок можно веточки пожарить. Собственно, с капустой, да, если не прямо. Хорошо. А какие овощи? Цукини, да, всякие там, да, это и прочее? По желанию. Цукини, сладкий перец, баклажаны. Я знаете, что хочу? Я хочу в кисточном соусе баклажаны, морковь, хочу в кисточном соусе какую-нибудь капусту, там можно, да, цветную капусту, брокколи, вот что-то такое, там перец какой-нибудь. А креветки можно тоже в кисточном соусе, они такие, да, получаются, вот, они вот берешь это за хвост. Раз, откусываешь, я хрустящие, да. Да? Можно такую штуку, да, сделать? Сколько нам ждать? Минут 10. От силы. Вот как тяжело дается участие. Да. Ждал бы, не пошел бы. Видишь, это гораздо медленнее получается. И успеваешь сейчас пробовать.